Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Дорогие подписчики, что Халил Ибрагим Джейхан сказал о Силе Тюркоглу? Если вы хотите узнать больше о Силе Тюркоглу и Халиле Ибрагиме Джейхане, посмотрите наши видео до конца. Пожалуйста, оставайтесь с нами на нашем канале. Вы можете поддержать наш канал, активировав кнопку «Присоединиться». Уважаемые фанаты, Халил Ибрагим Джейхан и Сила Тюркоглу – главные действующие. Лица сериала «Доверенное» представляют супружескую пару в сериале, а также их отношения. В реальной жизни они играют так хорошо, как будто они действительно женаты. Халил Ибрагим говорил об объятиях и поцелуях Силы из-за роли. «Я чувствую себя такой счастливой, обнимая его. Мы вместе в реальной жизни и чувствуем, как будто переживаем наши настоящие эмоции во время выступления. Да, дорогие фанаты, ваша искренность и любовь приносят успех сериалу. Желаем вам успехов в ваших будущих проектах. Дорогие друзья, которые проявляют любовь к Силе и Халилу, мы передадим ее вам, нашим ценным подписчикам, как только появятся новости о Халиле и Силе. Оставайтесь с нами для мгновенного доступа к последним новостям. Подписывайтесь на канал и делитесь видео. Держите уведомления, чтобы смотреть первыми, получать уведомления о новых видео. Будьте здоровы, пока!